С 10 апреля по 12 мая в Волгодонске проходил турнир среди футбольных команд города «Кожаный мяч». В борьбу за призовые места вступили 50 футбольных объединений города, представляющих как общеобразовательные учреждения, так и микрорайоны. Команды-участницы были разделены на три возрастные категории, а футбольные матчи проводились на трех спортивных площадках. Помощь в организации турнира оказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Юрий Потогин. Более 500 000 рублей народный избранник потратил на приобретение футбольных манишек и наборов спортивного инвентаря для участников турнира. Представьте, в городе Волгодонске у нас сейчас 50 детских команд, это дворовых и школьных, а в Ростове 81. Вот, масштабы Ростова и Волгодонска соизмерьте и поймите, насколько хорошо и массово организована у нас эта работа. Для нас это работа, а для детей это жизнь. Поэтому только порадоваться тому, что у нас есть, у наших детей есть возможность играть в футбол, расти в футболе, вести здоровый образ жизни и давать нам надежду на то, что они возродят наш российский футбол. По итогам «Кожаного мяча» первой в старшей возрастной категории стала команда микрорайона номер 24. В средней – 15-я школа, а в младшей победу одержала команда школы номер 13. Свои кубки, медали и грамоты получили игроки по номинациям – лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий.